дамы и господа, ваши аплодисменты сами себе. Очень приятно, что сегодня здесь, именно здесь, в антисоветской шашлычной, мы продолжаем наш цикл передач, который называется «Худсовет». С чего это я начал? Дело в том, что председатель Худсовета СССР, последний председатель Худсовета СССР, едет на монорельсе, чтобы вы понимали. Это уже интересно. И пока он доедет на монорельсе, а потом заберет свою машину, как раз к этому самому моменту, я думаю, что вы увидите его во всей красе. Это я говорю сейчас о Михаиле Шаброве, великом поэте современности. Однако он не единственный великий, кто находится здесь. Сейчас вы все узнаете, но все по порядку. Друзья, во-первых, кто в курсе, я думаю, что все, кто смотрит нашу программу, все в курсе. Сегодня исполняется 96 лет Ленинскому комсомолу. Поаплодируем, друзья. Для многих это было счастливое время. Это было что-то такое необыкновенное, да? Что, ребята, маевки, сбор металлолома, как там? Поездки куда-то, да? Студенческие лагеря. То есть все это было. Трудовые тоже, согласен. Ну что ж, очень приятно, что мы находимся здесь, в антисоветской шашлычной, Ленинградский проспект, дом 23. Парковка, как мы видим, прямо на лыжах. То есть прямо вот здесь удобнее места в Москве нет. Отовсюду уводят эвакуаторы автомобилей. У нас здесь прекрасные люди из шоу-бизнеса. Потом я попозже представлю обязательно. Потому что хотелось бы, чтобы мы сейчас вместе с вами создали некую атмосферу кабачка 13 стульев. Что было с успехом проделано в прошлый раз, вместе с Михаилом Державиным, который был когда-то паном ведущим. Но я на пана ведущего пока не тяну. Поэтому разрешите, с вашего позволения, начать, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Кстати, был ответ, почему говорит начать? Взял переводчик и перевел. Бегин. Ну, эту шутку знают все. Друзья мои, ваши бурные аплодисменты. Мы начинаем. Спасибо. Ну что ж, Советский Союз был огромной, великой державой. И именно благодаря тому, что в этой огромной державе был и худсовет, и самые талантливые люди, наверное, в мире. Я так говорю это без шуток, потому что я так считаю. Кто-то считает по-другому, я считаю так, можете меня поправить. В этой стране, которой, к сожалению, сейчас уже нет, но мы находимся на единственном островке, так называемом посольство бывшее СССР на территории Москвы. Именно в этом ресторане, как мы уже говорили, был Владимир Семенович Высоцкий, господин Галич. Здесь выступал Жванецкий. Также здесь выступал своими концертами Булат Акуджава. Представляете, с какой историей заведение. То есть я что-то заговорился, друзья мои. К чему это я? Мне очень приятно пригласить сейчас на эту сцену настоящий бриллиант советской эпохи. Друзья мои, народный артист России Имин Бабаев. Под ваши аплодисменты. У вас работает микрофон? Микрофон работает. Так значит, мы можем начать. Можем начать. Ну что ж, я думаю, что мы чуть позже, когда подъедет Михаил Зелькович, мы чуть-чуть продолжим ближе к концу начать самое интересное. Просто люди уже заждались и, конечно же, хотят уже услышать музыку. Поскольку нету Миши Шаброва, может быть, я начну хотя бы с его песни? Очень хорошо. Музыку написал Георгий Солонина, а текст Миши Шаброва. Сейчас я ему позвоню. Может быть, он уже начал икать? Хорошо. Друзья мои, под ваши бурные аплодисменты Имин Бабаев, народный артист России. Вперед! Встретились с тобой через года, через года, но так же все, как и тогда, как и тогда мы шли по улице, смеясь. Я не схватил с тебя своих влюбленных
как и тогда. Казалось мне, что на земле есть только мы, а все вокруг, как в полутьме. Как и тогда, в последний миг, свидетель Бог, сказать, как сильно я люблю тебя, не смог. Это твой двор, это твой дом и твой подъезд. Снова с тобой, снова вдвоем, тихо окрест. Вечер угас, в небе звезда, светит тепло. Все как тогда, да вот беда, время ушло. Тогда боялся я, что ты ответишь нет. И для меня в тот самый миг померкнет свет. Сейчас об этом слишком поздно говорить. Что не случилось, то тому уже не быть. Это твой двор, это твой дом и твой подъезд. Снова с тобой, снова вдвоем. Тихо крест, вечер угас, в небе звезда, светит тепло. Все как тогда, да вот беда, время ушло. Это твой двор, это твой дом и твой подъезд. Снова с тобой, снова вдвоем, тихо крест. Вечер угас, в небе звезда, светит тепло. Все как тогда, да вот беда, время ушло. Все как тогда, да вот беда, время ушло. Время ушло. Зай, 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 зай. Зай-з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 ай, время ушло. Зай-з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 ай, время ушло. Зай-з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 ай. Зай-зай-зай-зай, время ушло. Спасибо. Друзья, Эмин Бабаев, я хочу сделать маленькое политическое заявление сегодня. Эмин, вот я, когда смотрю на тебя сегодня, да, я понимаю, что я нахожусь действительно в посольстве СССР, но есть такой момент, я видел, как ты танцуешь. Митхун Чакраборти, известный индийский актер, просто отдыхает. Вот у вас что-то есть общее, вот какие-то общие корни есть. Я понимаю, что тебя не узнают, потому что у тебя нет усов, тех самых могучих, известных на всю страну усов. Да, а у меня нет той самой шевелюры, но мы же меняемся. Все это вырастет, если мы пожелаем с тобой, правильно, Серега? Конечно. Друзья, ваши аплодисменты. Это не потеря. Продолжим? Давай, Серега. Я смотрю на тебя исключительно как, вот, ну, молчу. Мне тоже уходить? За песенность города и откровенного и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно,
А ты оттаяла, оттаяла. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. Благодарю тебя, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. Я к аплодисментам успеваю всегда. Сереж, я должен сказать, что долгое время в моей программе была песня о прекрасном полуострове Крым. Я его пел до тех пор, пока он не стал нашим. России. Да. Сейчас я вспомнил одну очень старую песню про прекрасный город Приморский. Я думаю, что, может быть, история повторится. Я знаю, мне кажется, о каком городе идет речь. Да, значит, мы правильно думаем с тобой вместе. Шаман, друзья мои. Ну что ж, в бой. Поехали. Поехали. Имин Бабаев, ваши аплодисменты. Шаланды, полы и кефари, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, да, но и молдаванка, и прессы обожают Костю моряка. Но и молдаванка, и прессы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знаю, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка,
Но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, да, но и молдаванка, и прессы обожают Костю моряка. Но и молдаванка, и прессы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский весь в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, шептали грузчики в порту. Об этой новости неделю в порту шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, да, но и молдаванка, и прессы обожают Костю моряка. День и ночь гуляла вся прессы на веселой свадьбе моряка. Народный артист России Эмин Бабаев под ваши аплодисменты. Спасибо. Я бы еще, кстати, дал народного артиста Индии. Ну, я образно говоря... Нет слов. Тоже без привилегий будет это звание? Нет. С привилегиями? Слона дадут? Ну, как минимум, в Гоа поездка туда-обратно должна быть народному артисту Индии. А, кстати, вот почему-то кроме нашей страны и соцлагеря не было вообще никаких народных артистов. У людей же нет званий вообще. Ну, сэр и пэр дают там в этом, в Великобритании, а у нас, в общем-то... Есть же, да, народный артист Америки, нет? У нас главное дать, но... Поэтому и это правильно, с одной стороны, но с другой стороны неправильно, потому что талант надо уважать. Кстати, к Зеликовичу, все вопросы к Зеликовичу. Он председатель худсовета, он еще едет, мы ему этот вопрос сегодня зададим. Хорошо. Это по поводу индийского народного артиста? И вообще всего прочего. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, а я думаю, что это был приятный сюрприз сегодня для вас. Лично для меня это был просто сумасшедший сюрприз, потому что, когда я еще был маленький, у Эмина Бабаева была, хотел сказать, сценическая подруга Ирина Мальгина. Если Иришенька, вы помните, да. Вы, кстати, были первый исполнитель одной очень интересной песни, которая называлась... А мы ее споем как-нибудь вдвоем. Да, вы придете обязательно? Обязательно. Друзья, как говорится, ловим на слове. Обязательно, обязательно, обязательно. Вас еще ожидает сегодня тоже очень много интересного и приятного. А мы, я надеюсь... Спасибо. С большим удовольствием... Мне было очень приятно. Спасибо. Спасибо. С большим удовольствием аплодируем. О! Эмин Бабаев, под ваши бурные... продолжительные аплодисменты. О чем это я, друзья? Вы знаете...